Здравствуйте! В эфире программа «Экономика в деталях». В правительстве России одобрили паспорт национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Уже к 2024 году объем госзакупок у предпринимателей должен вырасти до 5 триллионов рублей. Доля занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек. Чтобы реализовать эти задачи, необходима действенная система поддержки. О принимаемых мерах и их эффективности далее в программе. Президент страны Владимир Путин обозначил одну из главных проблем сферы МСП. Сейчас бизнесменам крайне трудно получить доступ к финансовым ресурсам. Преодолеть этот барьер малым предприятиям должна помочь приоритетная программа льготного кредитования. Сейчас правительство осуществляет программу, по которой малый производственный бизнес может взять кредит под фактическую ставку в 6,5%. Считаю, что ее нужно обязательно продолжить. А главное – обеспечить реальную доступность такого инструмента поддержки. И, наконец, еще один источник роста – это развитие несырьевого экспорта. Нужно снять здесь все административные барьеры, создать режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые работают, выходят на внешние рынки. В течение 6 лет мы должны практически удвоить объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов. В том числе довести поставки продукции машиностроения до 50 миллиардов. До 100 миллиардов долларов должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм и транспорт. Расширять географию продаж рассчитывает и предприниматель из города Ядрин Валерий Семенов. Более 10 лет он руководит небольшим мебельным заводом и поставляет свою продукцию в другие районы и Нижегородскую область. Чтобы развиваться дальше и наращивать объемы выпуска, бизнесмен построил новый цех. Необходимую сумму ему предоставили в региональном филиале АПМБ по льготной ставке. Производство мебели все равно, оно постоянно есть. Потому что делаем по заказу, по конкретным размерам. Ездим на замеры, получается. Не работаем на ширпотреб, а работаем с конкретным заказчиком. Физлицы, юрорганизация, получается, администрация. Заказчик был хороший, это Ядринская ЦРБ. Спрос на льготные кредиты в муниципалитете продолжает расти. Предпринимателям выдают до 3 миллионов рублей со ставкой 7,5%. За все время работы в Ядринском филиале оформили порядка 200 займов. К нам обращаются представители бизнеса с оптовой розничной торговли, со сферы услуг, сельскохозяйственный сектор, а также производственный сектор. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории Чувашской республики, могут подавать документы на получение микрозайма через многофункциональный центр, там, где нет специалистов, агентств по поддержке малого и среднего бизнеса. Чаще всего в муниципалитете за микрозаймами обращаются сельхозтоваропроизводители. Екатерина Григорьева 2 года назад выкупила комплекс колхоза «Банкрота» и сейчас развивает свое животноводческое хозяйство. На ферме выращивают коров ярославской породы. Молоко предприниматель сдает на местный завод. Приобрели технику, приобрели еще несколько коров, вот, ну и начали работать, соответственно, у нас удои увеличивались. Сейчас в нашем стаде не только ярославская порода, но и также швидская порода мясного молочного направления. Поддержку от государства также получаем, вот, поддержку от банков. То есть получили кредит с небольшим процентом, то есть это плюс, я считаю. Без такой поддержки развивать свое дело было бы сложно, отмечают предприниматели. Льготные кредиты направили на покупку техники и ремонт животноводческого комплекса. Фирма, она досталась нам в таком плачевном состоянии. Нужно ее было ремонтировать, реконструировать. Мы обратились, как правильно сказать, в АПМБ банк. Вот, тоже за поддержкой. Они быстро решили этот вопрос, очень помогли нам. Мы получили финансовую поддержку. На эту поддержку мы закупили стройматериалы, отремонтировали ферму. Все было своевременно. Если все пойдет по плану, говорит Екатерина, то в хозяйстве наладят и глубокую переработку молока. Предприниматели намерены выпускать йогурты и сыры. Сейчас очень много на прилавках продукции,
Но большой ассортимент. Но я не могу сказать, что она именно натуральная и полезная. Вот у нас растет ребенок, мы столкнулись с аллергией, то есть любые продукты тоже не можем давать, а вот за чистые натуральные продукты как бы все-таки я за то, чтобы все-таки развивать свое хозяйство, иметь свою, как сказать, свою продукцию. Для себя мы готовим сыр, готовим йогурты, кефиры, то есть мы все это пробуем. В вопросах развития малого бизнеса филиала ПМБ выступает партнером правительства региона. За последние годы, благодаря льготным кредитам, предприниматели реализовали сотни проектов. Многие микрозаймы помогли открыть свое дело. Чтобы адресатов господдержки стало больше, бюджет агентства намерены увеличивать. О чем показывал и опрос предпринимателей, который мы периодически проводим, что нехватка кредитных финансовых ресурсов – это основная проблема у всех предпринимателей. Поэтому предоставление микрозаймов как в этом году, так и в прошлых годах остается в приоритете. И, в общем-то, учитывая все это, мы в рамках нашего национального проекта предполагаем получить в этом году, на следующий год, порядка 160 миллионов на докапитализацию нашей микрофинансовой организации, и что позволит нашим предприятиям, предпринимателям, ну, как минимум 160 предпринимателям получить еще дополнительные микрозаймы. За время работы регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса льготные кредиты получили более 2000 человек. В следующем году может быть увеличена и максимальная сумма микрозайма с 3 до 5 миллионов рублей. Сейчас этот вопрос обсуждают в Госдуме. Большинство героев нашей программы работают за чертой города, на селе. И во многом именно от них зависит состояние окружающей среды. Для предприятий как крупных, так и малых установили нормативы. По данным экологического аудита, количество вредных выбросов в республике снижается. И это отмечают в департаменте Росприроднадзора округа. Его начальник обсудил с главой региона реализацию приоритетного нас проекта. Чистый воздух, сохранение лесов, оздоровление Волги, ликвидация свалок. Эти задачи прописаны в национальном проекте. Президент России поставил цель снизить негативное воздействие на экологию. В департаменте Росприроднадзора рассматривают инициативы регионов. Для Олега Кручинина визит в республику – повод обсудить перспективы совместной работы. У Чувашии, отмечает Олег Кручинин, необходимо перенимать опыт. С начала следующего года в стране перейдут на новую систему обращения с отходами. Здесь приоритетный проект уже реализуется. Признано о том, что и нами, в том числе Росприроднадзором и коллегами из Государственной Думы, из Правительственного комитета, о том, что регион готов к переходу. Регион один из немногих, готов комплексно к переходу. Поэтому прежде всего это рекультивация свалок, которые исчерпали свои лимиты, которые нуждаются в рекультивации для того, чтобы создать абсолютно комфортные условия для жизни населения местного. Привлекали и небюджетные источники, и принцип государственно-частного партнерства хорошо мы реализовали. Касаясь сегодня практически, ну, в начале октября, когда мы перешли полностью в республику на обслуживание регионального оператора, возникли вопросы там, по тарифной составляющей, по отношениям. Но через неделю практически вопросы начали регулироваться. В сфере обращения с ТКО продолжают наводить порядок. Предприятия республики теперь обязаны предоставлять и отчеты об отходах. Еще одна задача региона – сократить объемы сточных вод в Волгу. Мы сейчас представили Минстрой России почти 50 проектов по городу Чебоксар и по городу Новочебоксарск, потому что здесь проблема какая? Понятно, оздоровление Волги, да, программа экология, то, что по национальному проекту идет. А сегодня, если взять ливневые канализации, советский период, они, ну, не работают толком. И по линии привлечения внебюджетных источников, это банк БРИКС через Минстрой, через Минфин России, Минэк России, вчера как раз с федеральными министрами переговорил, они предварительно нас поддерживают. Эксперты сходятся в одном. От решения проблем в сфере экологии зависит экономический рост. Инвесторы придут туда, где царят чистота и порядок. Это неоспоримый факт. О новостях экономики и новых историях успеха бизнесменов в очередном выпуске программы. До встречи в эфире.